Ребята, смотрите, наше дерево кто-то срубил. Это топор, которым срубили наши деревья. Нет, ребята. Гаейские ребята, меня зовут Флавиус. И сегодня мы поиграем за неожиданного героя. Это красный квадратик, смотрите, какой он, ребята. И тут, о, смотрите, это же черный квадрат, а это же розовый шарик, ребята. Как они здесь очутились? Непонятно. Вот это да. Ой, смотрите, ребята, а вот и розовый квадратик. Вот наша подружка, как же нам до тебя достать-то, а? А, в этом нам должен помочь наш черный квадрат, ребята. Да, видите, он здесь стоит и ждет пока. Ну, в общем, я не думаю, что он ждет, пока прям мы с его помощью достанем нашу подружку. Он ведь нам помогает, ребята. Теперь мы это квадраты. Итак, ну что ж, давайте. Давайте немножечко. Да как же тебя отодвинуть? Опа, так. Ребята, в общем, нам нужно как-то отодвинуть вот этот квадрат для того, чтобы, опа, чтобы забраться сюда и чтобы пойти с нашей подружкой, ребята. Так, а как же ее звать-то, ребята? Я предлагаю так, в комментариях напишите, как нам называть нашу розовенькую подружку-квадратик. Погнали с нами! У-ху, путь в приключения. Так, здесь мельничка. Мельничка, ее нужно пройти. Смотрите, ребята, здесь у нас два имени. Ребята, красное это R, это мы, Red Ball. И зелененькое это Pink, Pink Squad. Pink Квадрат, так, ты куда пошла? Девочка наша, куда она пошла, ребята? Стоп, ты куда? А куда она девалась, ребята? Я не понял, а куда она? Она нас киданула, что ли? Вот это да, ну ладно. Куда-то она там пошла, ну мы, в общем-то, идем, ребята, дальше. Следующий уровень. Так, что? Стоп. А почему? А где деревья наши? Ребята, как-то я не понимаю. Наши деревья куда-то девались. Не очень понятно на самом деле. Но, так, чуть не упали в пропасть. Но где наши деревья? Тут же такая была красивая полянка. Так, привет. Где деревья? Не знаю, где-то они пропали. Кто-то их у вас украл. Украл у нас? Да ну, не верю я. Так, как же их украли? Зачем они кому-то понадобились? Ой, и мельница остановилась. Так, ну ладно, зато тут монетки можно пособирать. Это хорошо. Ребята, кто же срубил дерево? Ну ладно, погнали дальше, наша подружка. Ребята, смотрите, наше дерево кто-то срубил. Рози, нет, как так-то? Ребята, это ужасно. Так, но уровень мы прошли на 3 звездочки. Теперь нам нужно найти этого ужасного человечище, который уничтожил наши деревья. Шипы! Так, их нужно пропрыгивать. Тут, видите, даже восклицательный знак нарисованный. Ну, хорошо. Так, ой, это, смотрите, какая-то продвинутая мельница. Ой, еще одна. Так, ну я понял, это препятствие на нашем пути. Хорошо, сейчас мы их пройдем. Так, ну, вроде как прошли. Хорошо. Так, далее по списку у нас, опа, вот эта вот штуковина. Так, а здесь получается, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, здесь у нас получается вот такая вот штуковина. Оп, прыгаем, давай, квадратик, ты что-то тут запутался как-то немножко, ладно, может с другой стороны можно будет запутаться, а, ну да, там видите, оттуда вам можно будет запрыгнуть. О, привет! Ребята, смотрите! Это топор, которым срубили наши деревья! Нет, ребята! Так, это, конечно, никуда не годится. Да, поработал здесь какой-то ужасный дровосек. Ребята, ай-яй-яй, чуть вниз не упали. Так, ладно, нам нужно достать те монетки. Там еще 3 монетки где-то. Где-то они еще нам нужно их как-то взять. Такс. Давай, запрыгивай. Красный квадратик. Давай. Ну, оу.
Да ну нет, это препятствие, оно слишком жестоко для нас. Сейчас, сейчас. Нас должна вот эта штуковина закинуть, мне кажется. Вот эта вот лопасть. А ну-ка. Опа! А, не получается так, как задумано. Ладно, попробуем по-другому. Попробуем с разгону просто вот так вот сюда. Эй, ничего, тут тоже так не было. А, вот так вот нужно было всего лишь запрыгнуть. Хи. Легко и легко, и не напряжно. Вот так вот, и все. Можно катиться дальше. Ну, точнее, перекладываться, наверное, так, потому что мы уже не катимся, мы не круглые. Так что, все, ребята, уровень пройден на 3 звездочки. Так, далее у нас... Так, что тут у нас? Оп, оп, так, дальше... Ух ты, так, рычажок! О, он что-то открывает, интересное что-то наверняка. Хм, так, сейчас мы поглядим, что он тут нам открыл. Так, открыл он тут нам выход. Вот в новые мельницы, только с лопастями уже с шестью... А, нет, с 5 лопастями. Так, нет, шестью лопастями, все верно. Так, хорошо. А когда мы спустимся вниз, то что? Нас там ожидает интересненько, интересненько. Ребятушки. Опа. Так, ну, здесь только монетки, которую нам необходимо взять. И вот так вот, вот так вот, оп-оп-оп. И запрыгнуть, оп-оп-оп. Так, так. Есть, есть. Давай, 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 давай. Хорошо. Хорошо, запрыгиваем сюда. Так, сюда. А дальше... Ой, не-не-не-не, сейчас вниз упадем. Нет, ребята! Проиграли! Да как так-то? Ха-ха, ладно, рестарт. А, монетки заново. Ну ладно, хорошо. Но мы, в общем-то, разобрались, как здесь что устроено. Главное достать то, что нам нужно. А дальше дело уже будет получше. Так, хорошо, хорошо. Движемся далее. И тут у нас получается... А, стоп, монетки тут еще есть. Но тут мы их быстренько возьмем. А вот дальше уже начинаются интересные моментики. Так, тут мы запрыжечку делаем вот такую. Оп, ой-ой-ой-ой. Ну, давай, вот этот квадратик, он нас путает, ребята. Да что ж такое, мы же тоже квадратики. А ну, помогай нам. Давай, помогай нам, давай. Ай! Ой, что-то мы так кружимся на месте, и все. Ну, ладно, давайте заберем сейчас и последнюю монетку. Ух, мы это сделали. Так, у нас это получилось. И так, опа, о, так, все, прошли мы и эту часть головоломки, ребята. Оп. Оп-оп-оп-оп. Нет, ну здесь там ведь кнопочка какая-то или переключатель, что-то в таком духе было. И нам их нужно нажать. Так, а, вон я уже сверху вижу Евочку, ребята, да. Во, а, ну да, да-да-да, вот эта штука, нам ее надо нажать. Но только сначала еще монеты нам нужно забрать, оставшиеся, конечно же, ребята. Иначе, иначе никак. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Запрыгаем, запрыгаем. Есть, 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 есть. Хорошо. Вон там 3 монетки. Так. Давай за этими... Не 3 монетки, конечно, ребят. Не-не-не-не-не-не. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Фух. А, и тут еще монеты. А я думаю, как так? Ну все, 3 штучки еще осталось, ребята. И все, и мы можем идти дальше. Да, конечно, проще сказать, чем сделать, но тем не менее, ребята, тем не менее, мы можем это сделать. Так, вот, видите, тут уже наша подружка, розовый шарик, ребята, уже. Опа, давай, ну же, нет, 2 монетки осталось, это, конечно, печально. Но не очень, сейчас мы, ребята, спросим у нашей подружки Евы. Что это такое? Почему мы не можем забрать эти? Так, а почему здесь ты? Где девалась пинг квадратик, ребята? Где она девалась? Как вы считаете?
вы можете написать об этом в комментариях. Завершили мы это дело. Это дельце, ребята, с вами все. Можно вот сюда вот подпрыгивать. Отлично. Так, теперь сюда. Давай, 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 шарик, давай, давай. Не-не-не-не-не-не-не. Оп, оп, оп. Ой, мы тут крутимся, как белка в колесе. Нет. Так, ладно, все. Чих-ч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 их. Нет.